И мы начинаем делать шампиньоны. Люда, как? Просто шампиньоны с сыром. Снимаем ножки. Чуть-чуть присолим. О! Не переворачивая, жарим их в этом виде, в таком виде, минут 15, не больше. Считать можно пока. Прошло 15 минут. Блюдо готово. Посмотрите, какое оно. Поджарилось. Все с него течет. Да. Снимаем аккуратненько. Складываем. Нужно подождать несколько минут, чтобы оно маленько подстыло. Да, от огня уходим. Снимаем. Блюдо. Шампиньоны под сыром готовы. Приятного.